Так, и вот, допустим, купил крестовину, какие-то запчасти в пакете, плюс GoPro. С водительского сиденья у меня вид вот такой. Давайте открою машину. Я, конечно, не убирался, ничего не прибирался. Вот как катаюсь, так катаюсь. Такие у меня контейнера. Допустим, здесь всякие тены. Вот LG-шные такие. Вот бошевские. Вот оригинальные. Тоже бошевские, но эти картыши. Обычные 1900. Ну там их, да, если смотреть, их там миллион. Гнутые есть, конечно же. Есть милевский оригинальный. Вон еще какой-то. Ладно, тут, конечно, неинтересно. Вот. Только здесь их, наверное, штук, ну, может, 30. Здесь у меня комплект для замены подшипников. Отдельная история. Вот смазки, молотки. Подшипосъемник. Съемник, вернее. Здесь отдельно контейнер с амортизаторами. Тоже миллион всяких. Вот милевские оригинальные. Вот бошевские. Вот еще какие-то. Вон там такие, такие. Ну, ремкомплект иногда вожу. Вот эта смазка мне нужна здесь. Здесь я называю все подряд. То есть тут и патрубки, и актуаторы, и пружины, и вот какие-то ролики, и LG-шные ролики, и суппорта, и миллион прокладок. Там еще, наверное, штук 40 я их вожу в целом. Е15. Вот, какой-то проточный тен. Какие-то УБЛки, ну все подряд. Вот на АСКО УБЛки тоже ломается. Просто все подряд. Здесь еще один контейнер. С тенами, с насосами, с этим, ой, с насосами, с амортизаторами. Ладно, подробно, конечно, не буду показывать. Примерно. Здесь контейнер с помпами. Помпы такие, помпы рециркуляции. Три защелки, три болта. Милевская помпа на сушилку. Всякие просто оригинал милевские помпы. Вот Ханинг выпускает фирма. Есть китайские, ну на китайские посудомойки. Короче, тоже всякого миллион. Давайте перейдем сюда. Тележка, в случае чего, что-то перевозить, покупать. Не замерзайка вторая. Это мой комплект раз, два, три. Здесь, опять же, его еще не расфасовал. Говорю же, даже не подготовился. Отлично, амортизаторы суспавские. Уплотнители всякие. Это самые лучшие, как я считаю, средние тены. Только такие. Здесь что? А, большой насос купил. Все насосы все с собой, естественно, вожу. Ну, опять же, всякая мелочь. Всякая мелочь. Вот здесь что? Ну, понятно, это провода под большой рец. У меня их несколько комплектов. Всякие ручки, всякие УБЛки. Вон они, рылюхи на мильке. Провода еще, ну, конечно, копошиться можно, какие-то таха, не таха. Ремни, здесь, наверное, укомплектовано ремни 50. В основном вот, практически все на сушильные машины. Здесь отдельно контейнер у меня подключения, муфты, переходники, тройники, 50-ка, 32-ка, 32-ка, 40-ка, штуцера, ну, в общем, только комплект для подключения. Там и краны, там и непиля. Вон там еще вон можно увидеть. А, здесь тоже. А, здесь у меня паяльник с собой вожу. Паяльник, трубки, опять же, какие-то ремень даже есть. Ну, в общем, вон видно. Канифоль. Здесь у меня паяльник. Еще на переднем сиденье. Так, ну это старые насосы. Иногда я их забираю. Не знаю зачем. Комплект. А, здесь у меня контейнер термиков разных, хороших, керамических. Это хорошие. Есть по 150 рублей плохие. А, так, здесь у меня насосы средние. Это все живые, все без коробки. Потом, ну, я их снимаю, чтобы вот не было. То есть там все живые, все новенькие насосы. Насосов средних у меня штук, ну, 10 вожу. Открываем здесь.
Это у меня манжеты. Манжеты в основном, да, Bosch. С хоботком. Манжета Bosch вот с этим. Ну, видите, они чуть-чуть такие грязные, но это я отмываю. Ну, то есть они не юзанные. Вот. Пыли. Иногда в пленку. Вот такая манжета. Такая манжета. Все оригинал. Все там. Bosch Logic Max 5 там в ДУ. Это просто контейнер. Здесь у нас всякие фильтра тоже. Я уже не буду удаваться в подробности. Да, тоже какие-то фильтра шланги. Здесь у меня подкладки. Здесь у меня помпы, еще насосы. Здесь у меня ТЭН на эту. Это бахилы. Мотор вот купил. Плата какая-то есть. Это ТЭН на этот, на Bosch. Вот уплотнители, шланги, естественно, аквастопа и на стиралку, и на посудомойку. Вот они в таком состоянии лежат. Просто все подряд, уже места нет. Вот еще какие-то помпы. Вот. Эти чистые. Вот. Которые не ломаются, но опять же. Бошевский хайнинг. Это бошевский, но хайнинг такие же, как и мильки, на мильку. Все, ну короче, там все подряд. Вдаваться в подробности запчастей, я даже не знаю, сколько здесь запчастей. Вот еще какие-то шланги, вот, опять же, на миле оригинальные есть. Вон миллион актуаторов. Вот, насосы тоже, кто знает, тот знает, на Bosch. Но это уникальные на стиралку. Даже такое у меня есть. Всякие дозаторы, ремни, не ремки, замки. Еще миллион актуаторов. Вот, на милевские вот эти вот. Ну, в общем, я уже не веду список. Не знаю, сколько тут тысяч рублей, ну, если в рублях считать. Но запчастей очень много. То есть, что касается ТЭН, помпа, амортизаторы. Конечно же, комплект щеток абсолютно разных. И красные, и черные, и электролюксовские, и эти башовские, и там вот какие-то еще сбоку выходят. Ну, то есть, вон милевский еще. Ну, то есть, там, опять же, миллион тоже щеток. И в корпусе, и без. В основном я всегда сразу в корпусе ставлю. Ничего не понятно. Не в основном, а всегда. Раньше еще что-то паял. Термики там. Там что-то еще. По-любому что-то еще. Вот так пакетами я сразу запчасть покупаю. Потом расфасовываю. Тут даже больше нечего. Какие-то вот такие амортизаторы. Уже не помню зачем. В общем, ладно. Так, это водичка. Опять бардак. Сейчас немножко уберу. Ну, в общем, вот как-то так. Практически все делаю на месте. Подшипники. Там подшипники, кстати, есть, да. Амортизаторы, ну, все. Там реально у меня все амортизаторы есть. Помпы на месте меняю, тены, ремни, ролики на сушке, ролики натяжные. Что-то там даже на миле вы видели, помпа, тен, амортизаторы, тоже все на месте меняю. Если это Bosch, то все манжеты. Logic, Max 5, с сушкой. Широкий Max 5, черный, ну, то есть, вы видите, миллион, тоже все на месте меняю. Вот, был у меня еще люк универсальный, который я вожу, потом объясню, он сейчас закончился, надо, кстати, пополнить люк. Помпы, рецы на посудомойке все вожу. Вожу все актуаторы с собой, клапана, все шланги заливные вожу на Bosch. Ремкомплекты, то есть посудомойку Bosch абсолютно любая проблема, кроме даже вон плата есть. Ну, кроме платы, там пружины, все делаю на месте. Так же, как и стиралки, там типа Max 5, Logic 8, Logic 7, серия 6, там серия 8, Home Professional. Тоже все с собой, все датчики, аквасенсоры, все-все с собой. То есть легче сказать, чего у меня нет, да. Потому что, ну, перебирать каждые запчасти, там вот эти латунные переходники, какие-то клапана, вон пресостат еще есть. Ну, да. Вот так вот. Вот так вот я катаюсь.